красиво, какая гирлянда с елочкой. Сейчас будем готовиться к Новому году. Ну да, когда свет выключен, то вообще. Там еще мандарины стоят. Так, будем накладывать конфеты в вазу новогодние. Ферреро-Роше я принесла. Леденцы убираем. Мончерри. И все, сейчас я еще принесу. Ну, пока эти поразложим. Может, едим по одной, да, вам? Кто раскладывает, тот надо, и ест. Надо попробовать. А то вдруг невкусные наложим, да, в вазу. Это бабушки с дедушкой. Под елочку им там. Это вам вообще пасхальные игрушки. Да? Да. Пасхи. Надо их убрать куда-то. Нужно новогодний сюда, да? Нужно Дед Морозик сюда принести. Да, нужно. Так, эти мы сейчас вытрем все. Ну да. И все красиво сложно. Такие там внутри ни разу такую не покупали коробку. Давай я попробую ноготочку. Ух ты, прикольно. Все красные. О, да? Они... Что-то мало их тут. Они в таком этом, видишь, в круге. А ты думала? Так. Следующий. Ну, а они тоже в такой, да, индивидуально? Они тоже в индивидуально, да. Так вот добротно все упаковывают. Чтобы не распаковали. Вишенки. Ой, тоже красиво. Тоже красивые. Сейчас что, еще рапаю, будем да? Наверх. Не хватает беленьких нам, да? Давай. Хорошая коробочка. Сюда еще добавим файл. Какая у нас будет сладкая коробочка. Ой, не коробочка, а как ее назвать? Этажерка. Да, этажерка. Сладкая этажерка. Я еще открываю одной рукой Ферреро-Роше. Да, новгородские конфетки. Ну, можно что-то Мончерри и Ферреро-Роше. Угу. Вот эти тоже открываем. Ну, давай. А что мы их купили? У меня еще есть соленый карамель, блин. О, какая получилась. Добавили еще такие. А, это белый шоколад. Белый я не люблю такую. С орешком вот я тоже люблю. Темную люблю. И красную люблю. Ну, кокосовую, но кокосовых нету. Такая вазочка. С конфетками. Ребят, ну что вы думаете? Пойман с поличным. Положила конфетки на Новый год. Ну ладно, сегодня уже 30-е, можно кушать, да, Элиш? Я тоже нам сделала маленький, я тоже хочу съесть, сделала маленький нам этот новогодний такой этот. Сейчас буду убираться тут, так что не обращайте внимания. Сейчас постирался на матрасник, и мы сейчас мы застелим его. Сейчас будем обратно все снимать и сделать обратно на матрасник. А мне менять. Ты, Леша, мне подарок запаковал. Очень милый Рыж.
Значит, самое интересное, сейчас будем раскладывать подарки под елочку. Да, Ирин? Да, да, да. О, нет, сиди. Ты готова, Дора? Повыше. Оп. Ну вот, как у нас получилась елочка с подарочками. Показываю сегодня. Такой маленький спойлер. Ну а завтра уже будем распаковывать. Уже все ждут. Иринка ходит, смотрит. Щупает. Наши вот Слюши, которые мы подготовили. Фиолетовые и вот эти тигриные. Но еще не все мы спустили. Еще завтра доспустим. Пакеты. Иришка упаковывала с мамой. Ну, прикольно. Завтра будем распаковывать. Гирлянда. Выключай, мам. Супер. Красиво, по-новогоднему. И так звезда с мандаринами прикольно смотрится. Ну, не прикольно, а красиво. Супер. Ребята, мы уже с Люшей в кроватке. Я посмотрела сватов, пришла к Люше. И мы будем ложиться. На самом деле уже засыпаем. Мы будем ложиться спать, отдыхать, потому что завтра Новый год, и завтра я работаю. Нужно набрать сил, чтобы поработать завтра, быстренько все сделать и готовиться к встрече Нового года. Так что всем спокойной ночи, всех целуем и до завтра.